В ближайшие годы в столице Колымы крематория не будет. Депутаты на заседании Богданской городской думы отклонили проект перевода зоны природного ландшафта на объездном шоссе в зону ритуального назначения. На общественных слушаниях большинство магаданцев проголосовали против отведения земли под строительство крематория. Прокуратура посоветовала народным избранникам учесть результаты голосования, но мэр Магадана Юрий Гришан призвал обратить внимание на федеральный закон о погребении. Часть граждан города Магадана не может реализовать свои законные права по погребению. Они могут быть преданы земле, огню, это федеральный закон о похоронном деле, или воде в исключительных случаях. Вы прекрасно знаете, как было все это сделано. Вы прекрасно видели, когда здесь было 10 человек на аналогичных публичных слушаниях. И вы видели подвоз людей из города Магадана на 3 публичных слушания. Хорошо, сейчас вот мы прошли от Лариса Олеговна без этого нового порядка регистрации. Сейчас в Соколе должны голосовать люди, проживающие в Соколе. В Уптаре должны голосовать люди, проживающие в Уптаре. А в Магадане должны голосовать люди, которые проживают в городе Магадане. Вы посмотрите на фотографии, которых 1 000 000 было опубликовано в социальных сетях. А я хотел бы депутатам сказать, на нашем ресурсе «Открытый Магадан», уважаемый Юрий Алексеевич, был тоже произведен опрос. И 88% магаданцев высказались за то, чтобы не лишать их права выбора. После высказывания всех мнений депутаты так и не смогли прийти к общему решению. Для принятия проекта необходимо 15 голосов «за», но одобрили изменения в генплане только 12 человек. Двое против и еще двое воздержались. Теперь, чтобы снова инициировать отведение земли под ритуальное назначение, предпринимателю Дмитрию Вечу придется заново подать документы, инициировать публичные слушания и ждать решения депутатов Магаданской городской думы. После первого отказа на все эти процедуры ушло 3 года. Да.